Сегодня абхазы и осетины обрекли себя даже не на то, чтобы быть, знаете, каким-то там в составе России, а вообще отхожим местом. Ну неужели вы не видите этого всего, что происходит, какой упадок? Что это какая-то, знаете, вот тренировочная база для вот этих мерзавцев кремлевских, что ваш Сухум, что ваш Цхинвал. Вы не понимаете этого? Вы не понимаете этого, насколько жили вы хорошо и жили бы вы хорошо вместе с грузинами? Вы этого не понимаете. Вы этого не понимаете. Или вы хотите мне сказать, что жизнь с Россией, жизнь в роли придатка России, когда нет ни своей валюты, ни своего флага, ну, когда тебя ни одна страна в мире не признает за абхаза или за осетина, у тебя нету паспорта, у тебя есть либо незаконный российский паспорт, потому что я думаю, если ты принял российское гражданство, то значит ты оттуда ушел. Ведь по всем мировым понятиям эти земли являются неотъемлемой частью Грузии.